Всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике, это наша вторая часть, прохождение Tabs, Totally Accurate Battle Simulator Landfall. Это наша Open Alpha, и как я обещал, я решил пройти игру. Да. Тут я уже все проходил, здесь с первого уровня. Так, тут я вроде поиграл уже немного. Так, надо заспавнить врагов. Это первое то, что мне сейчас нужно. Я бы заспавнил одну батарею. Просто, ну, попробовать хотя бы. Что это будет такое? Потому что я реально уже проходил это все. Так, ну пока что все норм. Смотри, как все взрывается. Давай еще. Ну давай, еще. Стреляй. Молодец. Видите? То есть он может тащить реально круто. Так. Теперь их стало сколько там? Так. Это значит где-то здесь 9 и здесь 9. Это значит их, ну короче, ну где-то дофига, короче. Короче, 2 по 9. 18 человек, короче. И меня тысяча. Давайте потратим его на Chicken Man Man'а. Давно я им не играл, а решил с ним поиграть. Так, вот наш Chicken Man Man, который, наверное, я так считаю, убьет все-таки наших врагов. Офигеть, у него тактика, конечно, бегать. Курочки, давайте мочить его. Да, я проиграл. Но я вообще знал то, что я проиграю, потому что, ну, это же все-таки Chicken Man Man. И я решил подумать, а что если я просто возьму одного просто ниндзя мастера? Еще 300 останется. Если не ошибаюсь, я еще смогу распавнить этих вот. Да. Ну, я так считаю, то, что этого вполне достаточно, чтобы победить. Смотри, как тащит. Помните в прошлом видеоролике, как он тащил? Это было что-то прикольное. Так, переходим дальше. Так, это у нас щитоносцы. Их хер знает сколько, 10, наверное. Ладно, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 их я немного не досчитался. Последних. Так, и 12 самураев, если не ошибаюсь. А, не, это пехотинцы. Так, это значит то, что простыми оружиями никак не выиграть. 1500. Давайте вот так вот. То есть я поставил три пушки, кто не заметил. Так, у меня есть три пушки и вот такой вот мир. Кто не знает, что это за мир, вот такой вот мир. Кто не смотрел мой прошлый видеоролик, в этой игре есть такой мир. Так, окей. Теперь запускаем. Смотрим, что получается. Так, ну я думаю, батареи у нас справятся, да? Их же все-таки трое. Не, я ошибся. Вот это. Да, еще есть такая тактика. Давай! Молодец! Тащи! Дефолт. Ладно. Сейчас кое-что еще попробую. Вот этих штук поставлю. И 100 у меня осталось. Давайте 2 самурая поставлю. Что все-таки как-то прикрывал. Ладно. Так, я думаю, уже победят они. И все-таки двое, смотрите. Те самураи, ладно, они мне как бы не нужны особо. Я вот удивляюсь эти парни, которые офигенно играют. Хотя он остался один, но ладно. Тащи, парень, тащи. Да. Это тогда будет офигеть как сложно. Так,
Как можно победить? Чё? А, 3000. Так, Азия нет. Ну что ж, у меня тогда остается тогда шансы только на катапульту, а на баллисту и на, если не ошибусь, да, на вторую штуку. А, не, еще 50 остается. Одного пехотинца. Так. Тащите, давайте. Вы сможете. Вот эта бочка взрывается, кстати. Да, вот так вот. Смотри, как круто получилось, да. Так, где мы пошли, да? Нифига, как баллиста разворачивается. Стреляй! Ладно, я проиграл, но я хотя бы теперь знаю, как их победить. Ну, точнее, как знаю. Ну, примерно знаю. Давайте попробую просто видео штуку поставить. Должны, по идее, затащить, а так я не знаю. Давайте проверим. Да, они взорвали все, а это значит, я что-то не учел. Так. А этих я не буду ставить. Викинги. Что еще? И 10-1 вот этого. Пизда. Так. Я думаю, эти хотя бы затащат. Все-таки. Профессионал уже. Ну вообще, по идее, они тащат. Если это можно назвать тащерством. Что-то прыгают, что-то делают, я не понимаю, что они делают. Так. Ну. Нет. Значит, для этого нужна какая-то другая сила. Так. А если долго думать, то можно что-нибудь придумать. Пушки я уже пробовал. Хватит. Должно хватить. Нет, не хватит. Потому что хватит ломается, я забыл. Я бы забыл. Да. Так. Зато осталось мало... Колесница. Колесница, пусть будет. Кого-то еще надо поставить. Здесь 20 никто вроде не стоит. Тут этих тут 10-2. Так. Ну вот эти вот, наверное, затащат все-таки. Смотрите. Смотрите, как тащит. Идеально. Я так думал. Да, ничем их что-то не взять. Как же их победить тогда? Батареи, может. Еще раз попробовать. Потому что я не знаю, чем еще победить их. О, молодцы, молодцы. Стреляйте. Еще. Стреляй. Стреляй. Не в тех стрелять начал. Так. Так, кто здесь еще есть такое, который сильный? Мушкетеры. 60, это кто? Так, вот 61 викинг есть. Давайте хотя бы попробуем, затащить или нет. Шансы у них есть. Смотри. О, офигеть, он троих убил. Они точнее. Давайте. Опа, все. Это реально крутые парни. Стреляй! Стреляйте! Да вы что, дебилы, что ли? Стреляйте! Да. Стреляй! Сейчас стреляй! Стреляй, 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 стреляй.
Лох. Так, теперь уже понятно, то, что три остается. Значит, если их как-то по-другому расставить. Или что-то по-другому сделать, придумать, может как-то. Поставлю три мастера. Просто проверить. Будет ли что-то работать или нет. Вообще должно. Только посмотреть, как тащит. Нормально, то есть. Нормально, то есть. Смотри, как прыгает. Точнее, он один остался прыгать. Нет. Вот мне понравились вот эти вот мушкетеры. Но к ним надо добавить кого-то еще. Кого-то сильного. Одного такого, может. И расставить их вот так. Да, вот так. И, возможно, тогда я затащу. Смотрите, что будет сейчас. Ну, я бы сказал, ну это не очень круто, но должно сработать. Смотрите. Я не знаю, если честно. Давай. Просто вчера цель проходил, я не знаю. О, нормально. Меня тащили только вот эти парни. Не все мастера, но сейчас они не тащат почему-то. Так, молодец. Прикрывай остальных. Да блин, ты зачем ты своего убил? Ты что, дебил? Ладно. Надеюсь, вот этих вот двоих он убьет все-таки. Ну, потому что один остался. Тащи, тащи, тащи. Давай же, молодец! Все гонят, конечно, ладно. Все! Yes! Да! Да, зря я сказал да. Стало еще сложнее только. Так, а как победить этих? Я вообще долго думал вчера, но придумать так и ничего не смог. Ведь их вообще, ну, почти ничем нельзя победить. Что если я возьму? Так, мне останется 100. Я потрачу их на ближний бой. Кто мне нужен? 30. Маленькая армия вот получилась. Ну ладно. Может не затащит. Все-таки. Так. Нет, я ошибся. Они не затащат. Хотя, возможно, они сейчас затащат. Смотрите, старается. Молодец. Кого они там убивают-то? Там никого не осталось. Это заключено, что ли? Смотрите, они заглючили. Вообще круто. Тактика, ну пас, ребят. Я не вышли из этой тактики. Нет, никто еще нет. Да, с такими лицами. Настоящие копейщики. Один остался, давай, убивай его. Подойди, ну ближе, ну зачем ты дальше только отходишь? Ну ладно, пусть пострелять. Ну, yes! Все. Вот, я вам сказал, то, что мне понравился только вот этот вот чел, который вот киляет. Так, у меня 2000 есть. И почему-то мне захотелось взять хиллари одной. Надеюсь, она затащит. Одна. О, нет! О, нет! Ладно, нормально тоже. Смотри, ну, блин, ну... Круто, чё? Давай, 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 осторожно! Ну, блин. Как ты... Чё происходит вообще? Я не понимаю, что происходит.
О, нет! Крутая тактика, ребят, смотрите. Смотрите, крутая тактика. Серьезно? Ну почему? Ну, две пушки осталось. Ладно. Надеюсь, ему повезет хотя бы. Хотя бы ему повезет. Ну, ему, ну... Ну, что-то среднее. Так, давай. Чё, круто, давай. Смотри, тащит. Молодец! Давай! Нет! Беги! Беги! Нет! Все! Все, все! Нет! Не туда пошел! Блин, нет! Нет! Блин, нет! Твою мать! Ты что ж такое? Ладно. Это сколько стоит? 3000. У меня всего 2. А что если я возьму? Батареи. Пока что все норм. Ну почти. Нет. Так, а как... Сейчас... Попробую кое-что. Так, ноль. Всем. Тащите. Молодцы. Ну, почти. Кидай. Чё, круто? Пока что все норм. Давай, 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 давай. Кидай. Молодец. Ну, твою ж мать. Так. А что если я поставлю эту штуку где-нибудь? Вот здесь. Что будет? Так, смотри, он сразу начал тащить. Но его сразу стали камнями сбивать. Ладно. Да, он не дойдет. Ну, блин. Так. Чикен Мэри, может. Ну ладно, давайте два Чикен Мэна. Мэна, точнее. Тащите, тащите. Одного там что-то почти убили. Молодцы, чё? О, они своих начали сбивать. Красавчики. Смотрите, своих убили. Да. Смотрите, своих убивают. Смотрите. А-ха-ха. Они своих всех убили. Это ненормально, ребят. А чё, курица вообще будет? Давай, 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 давай. Чё, катится курица или нет? Видимо, нет. Не, какие-то там все-таки катятся. Так. Катится, смотрите. Круто. Тактика пока нормальная. Yes! Да, вот Chicken и Man нормальные пацаны. Так. Да, защита у них крутая. Зачем они делают каждый раз новые уровни? Ладно. И кто? Кто у нас... Самый лучший. У меня 1500 только. Одного чикенмена давайте. И за 500 давайте одну штуку. Я не знаю, что будет. Давайте посмотрим хотя бы, что будет.
Ну почему ты такая, ну, штука, блин? Нет! Нет! Короче, батарея упала и перевернулась. Это самый тупой баг, который есть в этой игре. Батареи просто переворачиваются, и их... Я даже на это смотреть не буду. Так. 1000. Сюда. Так. И 500. Так, вот батарея. Давай. Молодец. Еще. Стреляй. Прям в щиты им. Давай, стреляй, стреляй. Пали, 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 пали. Молодец. Еще. Стреляй. Стреляй. Молодец. Ну как молодец? Ну, нормальный. Так. У меня есть такая еще тактика. Странная, но... Мне кажется, ничего не получится. Так, окей. Лучники. Интересно, лучники задачат. Так, я даже боюсь уже, блин. Капец, это же... Это не Hello Neighbor, но, ребята, реально страшно. Капец. Не, все, я смотреть на это не буду, все. Блин, а кого сделать-то? Чтобы он специально врезался в камень. И одного вот сюда. Сюда. Все. Получится очень отлично. То есть, смотрите, армия у них уже разделилась. Ну, точнее, как разделилась. Ну, на какую-то хрень. Так. О, тащит, тащит, смотрите. Молодец. Ну, точнее, как тащит. Пытается тащить. Молодец. Все, его победили. Значит, моя приманка удалась. Ну, теперь, наверное, наш Chicken Man, наверное, уже на спавне достаточно курит, чтобы они убили наших врагов. Давай, давай, давай. Чел, 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 осторожно. Блин. Чё ты не отходишь от них? Блин, чел. Подвел команду, чел, ну только ты. Ладно. Бочки можно попробовать. Не, бочки мы точнее не затащим, потому что это бочки. Так, а что если... Так. Так, за 100 можно еще что-то взять. Мне кажется, нормальная армия получилась. Так, из двух ниндзя-мастеров и два пехотинца. Нет! Ты что творишь? Ты убил своего, ты чё? Да, ненормальный, ладно. Ну это вообще, ну как, ну блин. Так, ладно. Я даже не знаю, что придумать. Тактики чё-то уже нету. Давайте попробую хотя бы так. Так, ну хотя бы вот давайте пусть это постреляет. Так, давай, стреляй. Ну, давай, yes, молодец. Еще. Молодцы.
смотри, тащит. Еще, кидай. Молодец. Ого, молодец, чё. Нормально. Стреляй. Стреляй. Молодец. Ну, блин, одного, ну ладно. Yes. Блин. Так, в этой тактике нужно что-то другое придумать. А что? Так. Так, кого можно еще использовать? Хвач. Чтоб она ударилась сюда куда-нибудь. А я как раз... Если наспавлю двух этих... Молодец, молодец! Ну, не такой молодец, как я думал. Но молодец. Хотя бы троих замочил. Так, двое, давайте двое, молодцы. Вы-то, я думаю, затащите. Я так... Так... Реально сложная миссия. Давайте хвачу клинку сюда. Сюда ниндзя мастера. И за 300 давайте я самураев сделаю. Давай, давай. Вот, вот это нормальная тактика, смотрите. Хвача. Нормально такие. Давай, давай, тащи, тащи. Не, вряд ли ему, наверное, повезет сегодня. Нет. Нужна другая тактика, чтобы сработало это все. Больше тактик нет. Давайте я тогда попробую, я не знаю, что... Пехотинцы. Вот, копейщики, копейщики, точно. Одну вот эту штуку и немного вот этих вот наших друзей. Вот. Вроде нормально. Блин! Ну ладно. Один тоже нормально, как бы. Это не такая уж ошибка. Окей. Нет, ее нельзя пройти, нет. Ее невозможно пройти, все. Без шансов. Так, какая там миссия-то? Хрен поймешь, короче. Какая там... Вот. Я где-то или на 6-й, или на 7-й. Миссии. На какой-то такой. В общем, ребят... Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, у вас подписывайтесь.